Всем привет, друзья! Рада вас видеть в магазине Fix Price, город Челябинск, на Чечерина 37Б. Привезли очаровательные, ошеломительные новинки, которые, конечно же, я хочу вам показать. Декоративная фоторамка. На нее помещается 4 фотографии, которые крепятся с помощью прищепки. Стоимость 199 рублей. Подвешивается она с двух углов на гвоздике. Всего в магазине 3 цвета под натуральное дерево, окрашенное белым цветом и серым. Все с темными бортами. Недавно в магазин приходили вот такие фоторамки, и они точная копия больших. Только новые, раза в два, наверное, больше. В комментариях мне написали, что эти ручки сейчас стоят 149 рублей, но у нас ценник 99. Напишите, если их недавно покупали, сколько же они все-таки стоят. Большое поступление светодиодных ламп. Цоколь E27 марка Era и Philips. Обе они стоят по 99 рублей. Теплый белый свет. В садоводческом отделе найдена баночка Муравьед Эко. Средство борьбы логично с муравьями. Стоимость 149 рублей. Для уничтожения домашних рыжих муравьев, а также садовых. Одну чайную ложку порошка помещаете в крышку с бортиками и расставляете в места скопления муравьев. Перед этим нужно сделать влажную уборку, а также не подпускать животных. Средство будет 100% действовать, исходя из его состава. Содержит борную кислоту 5% и вспомогательные компоненты. Борная кислота убивает не сразу, в течение недели, убивая и матку. Fix Price привезли целую серию косметических контейнеров. В этом наборе 2 штуки, 15 и 30 мл, как для сыворотки. Материал стекло, 77 рублей. Косметические баночки в том же цвете, в количестве 2 штук. Объем 30 и 50 мл, как для крема, за 77 рублей. Набор 2 флакончиков для духов, цена 77 рублей, на 5 и 15 мл, сверху у каждого шарик, также стеклянные. Контейнер объемом 30 литров, стоимостью 77 рублей. Система спрей подойдет для жидких средств в дорогу. Косметическая баночка объемом 30 мл стоит 149 рублей. Уже не за горами, девочки, 8 марта, и, по-моему, это отличная идея подарка. Очень удобно, что эта баночка с помпой. Так средство внутри будет храниться дольше и меньше бактерий попадут внутрь. Набор кистей для макияжа стоимостью 199 рублей из 6 штук. 2 кисти для лица, 2 для век, щеточка-расческа и 1 кисть для губ. В магазине я нашла 2 расцветки, а ручка напоминает рог единорога. Последний косметический контейнер из этого разнообразия объемом 50 мл за 55 рублей. Тюбик полупрозрачный, матовый, приятно держать в руках. Новые щеточки для умывания от Lovely, они двухсторонние. С одной стороны резиновая щетина, а с другой мягкий ворс. Такую щетку удобно держать в руках. В магазине вы найдете 2 цвета, голубой и розовый, стоимость 99 рублей. Покажу вам, как на данный момент выглядит этот отдел. Глаз не нарадуется такой красоте. Обязательно пишите в комментариях, захотелось ли что-то приобрести себе или в подарок. В стойке рядом с кассой я нашла ароматическое масло «Пион». Стоимость флакончика 99 рублей, объем 10 мл. Мне приглянулись 2 аромата – лаванда и нежный хлопок, а также в продаже есть зеленый чай. И куда без классики – ваниль и роза. Указана стойкость до 3 часов. Резиновые бигуди для волос в количестве 10 штук стоимостью 77 рублей. Очень интересно, какие локоны получаются с помощью них. Инструкция по закручиванию есть на упаковке. Диаметр локона 1,5 см в голубом и розовом цвете, пакет с зип-замком. Огромное количество станков для бритья. Twin Blade 5 штук за 77 рублей. Рапира Sprint, мужские станки в количестве 6 штук стоимостью 55 рублей. А в этой упаковочке всего 2 станка, но на каждом по 3 лезвия, предыдущих 2. Наверное, считается мужским вариантом, стоимость 77 рублей. Рапира Berry, ярко-розовые лезвия в количестве 6 штук, платиновое покрытие за 77. Набор Big Twin Lady станков, все ручки разного цвета, стоимость 99 рублей. За 149 рублей станки жилет. Внутри находится 7 штук. Снова привезли обложки-органайзеры стоимостью 55 рублей. Отличный бюджетный вариант для путешествий, чтобы хранить все в одном месте. А посмотрите на эти чудесные яркие расцветки. В основном все идут с рисунком.
жемчужных заколок в магазине Fix Price много, на этот раз привезли ободки. Не давят на голову за 55. А в канцелярии вы найдете многоразовые водные раскраски в виде блокнотика на кольцах 10 страниц. В комплект входит фломастер и с контейнером для воды. Какие рисунки представлены на обратной стороне раскраски? В магазине я нашла 5 вариантов, но возможно их больше, стоимость 99 рублей. И про транспорт, и про животных, и даже какие-то принцессы. Корректирующая лента стоимостью 55 рублей, длина 6 метров, ширина 5 миллиметров. Очень удобная вещь, если не любите ждать, пока засохнет штрих, но мне в школе надолго их не хватало. Ленты представлены в разных цветах, желтом, зеленым и синим, и много места не займут. Handmade Club, новенькая пряжа, 320 метров, 100 грамм. На ощупь она немного грубовата, по составу 100% полиэстер. В трех цветах, черный, бордовый и фисташковый, цена 99 рублей. Двухцветную пряжу показывала ранее, и она есть в продаже. Чехлы для одежды полиэтиленовые, в наборе 5 штук, стоимость 55 рублей. Отлично подойдут для верхней одежды, размер 50 на 150 сантиметров. Игровой набор от Play The Game для девочек, металлический сервиз. Обалденнейший набор, стоит 199 рублей. Привлекает внимание своей яркостью и не разобьется. В набор входит один чайник, один небольшой поднос размером с коробку и 4 чашечки вместе с блюдцами. А также в такой коробке удобно переносить набор. Зеленый с цветами, белый с птичками. А похожий настоящий набор у меня был в детстве, в горошек. Только помню, что был оранжевый. Сейчас в магазине Fix Price огромное разнообразие интересных, познавательных, развивающих игрушек. Представляю, как родителям тут бывает тяжело. Игрушка-квадроцикл с пружинным механизмом для детей от 3 лет. Неплохое такое дополнение к транспортной коллекции Fix Price стоимостью 99 рублей. В магазине в двух цветах, черном и зеленом. И этот, наверное, еще круче выглядит, как будто бы спортивный с огненным рисунком. К моему сожалению, многие игрушки Fix Price переоценились. Игровой набор спецслужбы и авиация по 249 рублей. Еще подорожала машинка на радиоуправлении, тоже 249. Представляете, эти милые щеночки тоже. В магазине 4 варианта. Если хотели купить лодку за 199, а все подорожало. Хочу на мгновение отвлечь вас от обзора Fix Price и показать не менее увлекательные товары. Мой заказ с сайта Organic Zone. Давайте же распаковывать. Девчонки, мне пришло 6 обалденных средств, все они разные и из натуральных продуктов. Давайте же я вам покажу, наверное, первое, это масло для тела кокосовое, 150 мл. Пахнет обалденно, настоящий кокосик. В общем-то, скоро же 8 марта, подарочки нужно всем готовить, и я, как видите, запасаюсь. Ой, это... Божественный запах. Если вы любите там шоколадки кокосовые или всякие крема кокосовые, то, я думаю, это средство вам точно понравится. Я не буду, наверное, называть цены, потому что этот магазин работает с разными площадками, и где-то может быть отличаться цена, потому что проходят всякие акции. Точно есть на Wildberries, For Fresh, по-моему, этот магазин. Напишу вам где-нибудь здесь с краю. Дальше давайте смотреть, это маска для волос объемом аж 250 мл. Я сегодня каши не ела нормально, поэтому с трудом открываю. О, посмотрите. Эта масочка имеет свежий запах с эффектом ламинирования, она для гладкости и блеска волос. У меня пушистые волосы, поэтому я заказала именно такую, чтобы их, так сказать, не выпрямлять, а с помощью маски приводить в порядок. С миндальным маслом и маслом брокколи. Ну вот правда, такой травянистый, освежающий запах. Девчонки, будем все пробовать вместе. Следующий продукт – это гиалуроновая сыворотка для лица. Моя как раз буквально на днях закончилась. Я свою заказывала в Корее, но зачем ждать оттуда, когда есть российское производство. 50 мл. И что мне нравится, это не пипетка, которую невозможно нормально набрать, а здесь спрей. Посмотрим. Какая это сыворотка? Она жидковатая,
сыворотка хорошо впитывает. Мне показалось, что есть аромат цитруса немножко. И я выбрала для нормальной кожи. Но, естественно, каждый выбирает для себя. Давайте дальше. У меня осталось 3 продукта. Я, наверное, начну с альгинатной маски. Альгинатная маска — глубокое очищение. Мой вариант с голубой глиной. Также мне нравится, что пакет с зип-замком. Удобно хранить, и такого пакетика хватит не на один раз точно. Почему именно выбрала зеленой глиной? Так как она сужает поры и уменьшает воспаление. А у меня очень часто на лице бывают воспаления, покраснения, и мне просто необходимо такое средство. Остались у нас 2 бутылька, они очень похожи друг на друга, но это разные средства. Первое — это фитогель для душа, лаванда и розмарин. Я почему-то последнее время прям подсела на лаванду, успокаивает, приятный запах. 300 мл объем. Если вас интересуют все составы средств, вы обязательно проходите по ссылочке в описании под видео, можете все почитать. Я обязательно оставлю на каждый товар ссылку и отдельно на магазин. И еще я решила попробовать заказать фито-шампунь укрепляющий на отваре крапивы. Я с детства помню, как у бабушки пользовалась шампунем, но его больше не производят, он был точно с крапивой. И тогда мои волосы, правда, выглядели божественно. И так не выпадали. Я, наверное, прямо сейчас пойду и протестирую этот шампунь вместе с маской. Посмотрим, какой эффект будет на моих волосах с первого раза. Ну, это, естественно, накопительный эффект обычно бывает. Но все равно взглянем, выпрямятся они или нет. И согласитесь, оформление просто божественное. Как можно не влюбиться? И скоро же 23 февраля и 8 марта. И мужчины, и женщины 100% будут довольны. Ну что, девчонки, я только что помыла голову, сейчас буду сушиться, но уже хочу выделить некоторые моменты. Во-первых, аромат. Приятный аромат. Я такой тошнотик вот ко всем этим ароматизированным штукам. А здесь мне очень даже понравились они, ненавязчивые. Второе, это я хочу сказать про шампунь. Когда вы смываете шампунь, есть эффект немного скрипучести, что ли, волос. Но так как он на отваре крапивы, но мне кажется, что обычно так и бывает всегда с такими шампунями. Ну и последнее, что хочу рассказать, это про маску. Она отличная, прекрасно распределяется на волосы, легко смывается. И мне даже не казалось, что у меня какая-то пленка на волосах. Мне кажется, это хороший показатель. А сейчас посмотрим, как они будут выглядеть в сухом виде. Обожаемый мой отдел с посудой всегда приносит новинки. Банка с крышкой объемом 470. В коллекции 3 рисунка, все с котиками. Забавные они, конечно, за 149 рублей. Достала самую первую баночку и уже заметила косяки. Неровное покрытие на крышке. И посмотрите на изображение котиков. Что-то поехало не туда. Зато вторая баночка идеальна, так что обязательно проверяйте в магазине. Брак встречается всегда, от этого никто не застрахован. Под сахар, под соль, под специи. Сделаны из доломита. Большое блюдо аметист продается в коробке, а это точно плюс, стоимость 199 рублей, стекло. Вот такое красивое блюдо с резными краями, диаметром 30 сантиметров. Стекло толстое, рисунок прочувствуется с нижней стороны. Так легко схватила этот стакан, думала, что пластиковый, а пластиковая тут только крышка с трубочкой. Объем 450 мл, производство Китай, стакан стеклянный и немного перламутровый. Под крышкой силиконовая вставка, трубка с ограничителем. Цена 99 рублей, фиолетовый, зеленый и желтый цвет. Я фанат желтого, напоминает лето и поднимает настроение. Зимняя рыбалка стоимостью 77 рублей. В наборе очень много деталей, и крючки, и леска. Грузила, правда, все очень мелкое. Полный состав набора на упаковке. 3 варианта в желтой коробке. Удочка отличается по цвету, красная, зеленая и салатовая. А еще 2 варианта в синей упаковке. Также разница только в цвете элементов. Синенький набор — это номер 1, желтенький — номер 2. Наполнение у них разное. Во втором оказывается больше предметов. Оберег, эликсир свежести, богатство. На самом деле это ароматизатор в машину стоимостью 55 рублей. Каждый оберег разных цветов со своим ароматом. На удачу, на счастье. Смешной ароматизатор в машину в виде пингвина. И большая редкость, но здесь есть тестер.
Теперь не нужно гадать с ароматом. Стоимость 77 рублей. Всего я нашла 4 варианта. Это все пингвины. Крутой пацан, руссо туриста. Необычные названия и ароматы. Лично мне понравились вот эти. Сладковатые, цитрусовые, ненавязчивые. Но и позитивные. Мужские трусы стоимостью 149 рублей. Моделька боксеры. Эти 54 размера, но мне кажется, они маломерят. На не широкой резинке. Паховая часть с двойным подкладом. В магазине 5 расцветок. По составу 95% хлопка, 5 лайкра. Не яркие. Преддверный коврик, но такие нужно стелить не около входной двери, так как снизу нет прорезиненной части. Размер 50 на 80 сантиметров за 199. Различаются цвета, есть рисунок, этот, например, для детства подойдет. Пульт управления фотокамерой стоимостью 77 рублей. Работает от одной батарейки, она уже идет в комплекте. По цветам устройство отличается. Удобно носить с собой в качестве брелка на ключах. Если любите снимать, то думаю, вам потребуется и штатив для телефона, теперь за 249. Крепление для телефона тоже идет в комплекте. Если вы только начинающий блогер или любите фотографировать, то это обычный нормальный вариант. В том году не успели, а в этом можете успеть приобрести кружки объемом 300 мл, надпись «Мистер и Миссис» за 99. Около кассы вы найдете свитбокс для детей, жевательный мармелад с игрушкой стоимостью 99 рублей. С царевнами, энчантималс, пушистики. Мармелада там мало, 10 грамм. Вы только посмотрите на этих милашек. Очень странно, но коробочка с мимимишками мне почему-то кажется тяжелее. А еще написано, что можно получить гарантированный приз на сайте свитбокс. На сегодня мой обзор подошел к концу. Благодарю вас всех за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал. Будем продолжать смотреть с вами новиночки. Пишите в комментариях, что последнее покупали в FixPrice. Оцениваете товары лайками. Всем хороших покупок. Пока-пока!